Кафедра лучевой диагностики. Консультативное заключение по МРТ пациента 22 лет, выполненного 3 октября 2019 года. На представленной серии МР-томограмм головного мозга получено изображение в трех проекциях разного типа взвешенности. Очаговых изменений не выявлено. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцефалии нет. Лейкомаляции не выявлено. Срединные структуры не смещены. Единичные, перивоскулярные, ликварные пространства несколько расширены. Вариант нормы. Субарахноидальные ликварные пространства по конфикситальной поверхности больших полушарий не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз. Высота 5 мм, диафрагма седла уплощена, структура обычная. Патологии моста мозжечковых углов не выявлено. Патология орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмально-силярная область и структуры задней черепной ямки без МР-признаков патологических изменений. Миндалина мозжечка расположена на уровне большого затылочного отверстия. Структура коры не изменена. В проекции моста мозжечкового угла корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметричны, не утолщены. Гипоплазия правой позвоночной артерии. Для уточнения необходимо МРА сосудов шеи. Придаточные пазухи носа свободны. Заключение. Патологии головного мозга не выявлено. Завкафедрой профессор Холин А.В.